Привет! Друзья, мы сегодня пришли в магазин и вот покажем вам, покажем, как все украсили, покажем, что мы здесь будем покупать и просто хотим погулять. Гуляйте вместе с нами. Ну что, пойдемте? Пойдем? Да! Да! Интервью. Интервью? Да, идем. Ну что-то украшение особо я не вижу чего-то. Ну, наверное, с этими карантинами. Да, наверное, из этих карантинов как-то и украшений особо нету никаких. Особо ничего не украшают. Не знаю, как-то все магазины, пожалуйста, смотрите. Никаких ни снежинок, ни шариков. Люди-то, конечно, есть. Люди всегда будут. Вот зато пусть пальма растет. Да. Вот нашли елки. Вот нашли украшения. Никита, давай станем с тобой твоей. Ты круто. Красивая. Осторожно, сейчас приклеишься к елке. Вот еще одна, смотри, какая елка красивая. Вот, это уже интересно. Это за шарики не скидывай. Пофоткали, сделали небольшую фотосессию. Наши фотографии смотрите в инстаграме. Обязательно выложим. Ссылочки будут внизу под видео в описании. Так, ну теперь идем дальше. Ну вот мы идем дальше. Идем по магазину. В принципе, хорошо. Людей немного. Гуляем. Жалко, конечно, нету украшений все-таки. Было бы красивее, было бы интереснее бы. Но что-то Никитка увидел. Ты где? Что ты там увидел? Сейчас зайдем в магазин, что-нибудь купим, посмотрим. Ищем коробочку пустую, подарочную на Новый год, для конфеты именно. Хотим сами собрать. Да, хотим сами собрать. Положить то, что нам нравится, то, что Никитке нравится. Ну а есть только... Вот такие вот пакетики. Но нас пока это не очень устраивает. Будем искать. Какая елочка. Смотри, елка с мягких игрушек. Смотрите, вот это классно. Вот это молодцы. Вот это здорово придумали. Решили все-таки выбраться сегодня. Давно мы собирались съездить. Скупиться. Все-таки добрались. Сегодня погодка неплохая, хорошая, недождливая, неветренная. Сырая, но... В принципе, ничего страшного. Как бы все-таки зима, снега, конечно, все нету, никак мы его не дождемся. Но еще впереди время есть. А вот и украшения увидели. Все-таки где-то украсили здесь немного, уже хорошо. Смотрите, упаковочная есть. Ага, вот мама что-то увидела. От официального представительства Деда Мороза с Новым Роком. Вот такая вот коробочка, интересно. А здесь... Списочек того, что находится в коробке. Какие конфеты. Леденцы, карамельки, шоколадное что-то. Контики, бонжурчик. В принципе, интересно. В принципе, неплохо. Дед Мороз. Шоколадный. Дед Мороз из детства. Здесь целая витрина бонжура. Ой, бонжура. Это Ферреро Роше. Папа сначала сказал, потом... Я сначала сказал, потом прочитал. Рафаэлки я не вижу, Рафаэлок. Ага, они вот. Перемешивают. И бонжур, и Рафаэлы. А здесь еще какие-то. Папа. Что, малыш? Что, Никита? Пойдем посмотрим мешочки. Вернее, мешочки, коробочки дальше. Так, мама остановилась, еще что-то у нас увидела. Ой, они жестяные. Жестяные каткаты. И киткаты. Такие вот жестяные баночки. А ну подожди, я у девушки спрошу. Мама узнала у консультанта, что есть коробочки для, чтобы упаковывать самим. Это где на развес конфеты находятся. Вот, смотрите, ребят, сколько украшений красивых. Все красивые, все интересные. Ой, цветочки такие интересные. Шарики под любой дизайн, какой кому нравится. Ага, красивые. Никитке все не терпится. Увидели носочки для подарков. Ну, честно говоря, никогда ими не пользовались. Всегда как-то Дед Мороз ложит подарки Никитке под елочку.
А тут целый мешок. Ого, вот это да. Все подарки. Возьмем бенгальские огни. Где? Вот. Зимние огни. Вот такой огонь возьмем. Там. Так, давайте какую-нибудь хлопушку, может, еще возьмем. Ну, он может, конечно, закричать. В Никитосе-то я думаю, что все в порядке, будет счастье. А вот Лола с хлопушкой, даже не знаю, наверное, больше испугается Лола, чем Никитка. Один раз у Никитки упал планшет на пол. Она так испугалась, что у нее шлапа вот заболела, она стала хромать, падать. Дня два или три ходила, хромала, вот представьте. По этому поводу хлопушки, честно говоря, немного побаиваемся. Подумаем. Вот здесь разные свечечки, разные интересные. Это свечки. Очень интересные. А это подсвечники. Не трогай ручками. Не трогай, тут спину. 3D-картинка внизу. Ну вот, смотри, она так, как 3D, видишь, переливается. Наверное, подстилочки, наверное, кушать, да. Да, наверное, мы идем дальше. Мы дошли еще не до конца, не просмотрели все. Свернули, не удержались. Свернули и не удержались. И поэтому идем дальше посмотреть, какие еще есть интересные украшения, что еще интересного есть. О, какая чашечка. Она прям с тарелками, смотри. Интересный наборчик из истории игрушек. Здесь какой-то инопланетянин, вот это они его спасли. Красивые веночки интересные какие. Заснеженные вообще. Да, много украшений, здорово вообще. Здорово вообще, красивые. Вот такие есть интересные бычки. Смотрите, разные. Тут разные бычки, снегурочки. Интересные, красивые игрушки. Упаковочная. Где наш самокат? А? Самокат. Самокат. Вот наш самокат. Чуть не забыли. Столько всего интересного, что чуть не забыли про самокат. Пошли. Зачем нам самокат? Никитка бы нас дома бы съел бы свой самокат. Я думаю, раньше бы обнаружили. Когда у ребенка ноги устанут. Да, это точно. Вот такая вот шапочка интересная. А что это шапка? Будешь пиратом? Да, да, враг. Решили сегодня перефоткаться во всем магазине, на всех фотозонах. Едем подарки раздавать. Везу кучу игрушек. Класс, только фотозона очень красивая сегодня в магазине. Ну что, пошли, давай. Ракета. О, какие. Детский отдел детской одежды. О, какие новогодние костюмчики. Смотрите, свитерки с оленями. Интересные. И для маленьких деток, и постарше. Классные. А вот и на взрослых видим тоже костюмчики. Ну вот какой пингвиненок Мэри Крисмас. Белый мишка. Никитка уже сидит на полу. Когда ты успел на пол-то упасть? Я сейчас. Давай руку. Отвернуться ни на минуту нельзя. Только отвернулся, Никитка уже сидит на полу. Вот шапочка. Обалдеть. Какие шапки? Вот такие шапочки интересные, смотрите. Тоже есть вот такая новогодняя. Где? Есть вот такие вот тапочки новогодние. С такими оленями, Дедом Морозами, Санта-Клаусами. Очень интересные. А мама у нас мечтает о лете уже. Еще зима не началась, еще Нового года не буду. А мама уже о лете мечтает. Увидела тапочки с цветами. Я, правда, не понял, где они. Тапочки вот такие разноцветные, с такими цветочками. Смотрите, синие, розовые.
Вот они какие. Вот такие тапочки. Это уже тапочки для мальчиков с собачками. Кстати, у Никитки были отличные тапочки с собачками. Но он совсем их не носит. Его заставить одеть дома тапочки – это целая проблема. Хоть, конечно, и тепло топят хорошо у нас. С мишками, с чем-то были. Он их разорвал. На нем все горит. Он у нас очень быстрый. Да, поэтому с тапочками у Никитки вот такая проблема. Они просто разрываются. Или их просто он вообще не хочет их носить. Ну так вообще, конечно, украшения хорошие. Интересно, сделали много фотозон, где можно пофоткаться. Здорово, конечно. Чувствуется прям, что скоро праздник. Есть такое праздничное настроение. Пришли на отдел с конфетами, теперь будем искать коробку. Что, малыш? Вот таких конфеток? Ну, какие-то выберем, идем поищем коробочку. Мама что-то увидела, я не знаю, что это. А вот разложенные коробки лежат. Ага, вот разложенные коробки лежат. Это чупетки. И вот коробочки. Коробки простенькие, но наполнение можно интересное сделать. А там вроде коробки хорошие, дорогие на вид, а наполнение может быть простым. Поэтому... Да, к сожалению, здесь можно взять надо наполнение. Думать. Да, мы подумаем, решим, что же сделать нам, чем их наполнить. Чтобы у Никитоса вкусные конфеты были, они или леденцы там, или еще что-нибудь не нужно. Да, поэтому будем сейчас... Подумаем и будем наполнять. Ассортимент конфет очень богатый, их очень много. Мы сейчас, ребят, будем смотреть, выбирать. Выберем, а дома вам уже покажем. Так что задача у нас стоит нелегкая, наполнить Никитки коробочки конфетками. С конфетками мы закончили. Вот, взяли. Теперь дополним коробочку какими-нибудь печеньками, может вафельками, может контики посмотреть, положить. Вот есть контики. У нас по 6,55, это за штучку. Нет, такие вот. Вот. А, есть вот двойные по 14, 4 штучки. Так, а какие? Вот такие, какой? Такой? Кокосовый. Кокосовый. А что, аку? Из ручонка или что-то? Да. А что сгущенка? Сгущенку возьмем. Нету палочек новогодних конфеток. Но надо вернуться назад, там их видели. Так что вернемся, пойдем возьмем. Нашли конфетки. Где? Вот они. Конфетки. Вот они какие красивые. Полосатые. Стоит наш родной, плачет, ждет нас. Никитка, самокат по тебе плачет. Да, Никитке киндер, ему самокат не нужен. Да сегодня все. Я давай, бери самокат свой. Нет, киндер сюрприз мы разбирать не будем. А что киндер? Вот, мама думает про Деда Мороза. Святой Николай. Святой Николай. А кто-то производитель? Ну, Украина, наверное. Вот такой набор у нас стоит 59,90 этого Николая. Вот, нашли целую витрину Деда Морозов. Опа! А вот еще наборы есть. Ой, этого обратно пока. Это снеговики. Набор снеговиков. А вот такого мы видели. Ну, это оно там и лежит, да? Вот, тоже наборчик. Да, такой же, в принципе, самый. А, вон еще отдельно лежат. Надо же выбрать бычка на елочку. Вот. Коровку, вот мама нашла красивую. Ой, о чем он мечтает? Или то шарики, что это? О чем мечтает он? А что это такое? Это шарик в имя. Что непонятного? Вот о чем мечтает коровка. Мечтает бычок о коровках. Вот как интересно. Ну, есть самые разнообразные, целое множество. Вот такая семейная пара бычков. Никитка у нас коленем полез. Круто.
Вот интересные, смотрите, какие такой Никита. Сидит. Ну давай вот такого шарика и возьмем. Давай. Симпатичный, красивый. Да, у нас просто игрушек полно, а что обновить? Да. Игрушек у нас папа много, правильно. Есть что-то, смотрим. Осторожно, в лестницу не врежься. Вот такие всякие. Лего, вот такой у тебя космолет есть большой. Да. Педалет. Интересные. Ниндзяго. Майнкрафты. Много всего. Мама там что-то дала. Что там? Шахматы. Мама шахматы нашла. Ну одну только можно потрогать, а ты, наверное, здесь они. Вот, все, Никитки, думаем взять шахматы. Нету шахматы. Вот. Никитка всегда соглашался, но сегодня он против. Никита, отойди, глянь. Нет, надо убрать. Но вообще я скажу честно, что вот они здесь сколько стоят, да, вон по 219, 175. Я, в принципе, знаю магазин, где они прилично дешевле, точно такие же. Вот, ребят, вот такое мяско есть, самое разнообразное. Вот такое. Хамоны. Хамоны нам очень нравятся. Вот это да, есть, то, ребята. Да, то винтуйка, а то ёбка, пап. Пап. Папочка, вот, вот и ёбка. Цены, ну вот есть. Пап. Есть уже. Есть уже резанный. А вот по 49 гривен, по 50, разные уже. А тут ёбка. Ну, веревочки специально так обматывают. Это сыр у нас с базиликом тоже. Дорблю по 491 гривне. Витрина с колбасами. Самая разнообразная колбаса на самые разнообразные цены. Да, это моя любимая елка. Ребята, это фуэт. Я просто обожаю эту колбасу. Класс. Отлично. Здесь даже сейчас, смотрите, по акции две штуки сразу. Две штуки сразу по акции. Но правда, я что-то не могу. Цену я не знаю. А вот, ребят, я цену елки нашел. 110 гривен. Вот они, пожалуйста, по отдельности. Маленькая 57 гривен, большая 94. О, смотрите, какая витрина новогодняя пряников, выпечки, сладости. Круто. Иди сюда, Никитка. Такой пряничный городок целый. Никитка бы туда, так круто. Да он, вот, смотри, я же тебе говорю, не трогай. Вот Никитка уже аварию сделал у нас на железной дороге. Идемте, очень круто. Класс, молодцы. Пингвинчики там внизу, снежинки, белочка какая. Какие интересные нарезочки уже. Ребят, смотрите, какие наборчики красивые. Уже порезанная. Это пойди-то. Бери уже в суп или в салат и забрасывай. Капусту шинковать не надо, для ленивых. Витрина с булочками, цех. Классно. Люди стараются, делают, все пекут. Смотри, какие елочки интересные. Пряничные. Из Ашана вышли, скупились. Вот проходим мимо. Вот такой магазин интересный. С сувенирками, с подарками. О, какая елка. Так что скупились, пройдемся по магазину, посмотрим, что тут еще есть, что интересного. И будем собираться ехать домой. Ну что ты? Домой хочешь? Ага. Ну скоро, сейчас пойдем домой уже. Сейчас будем идти к выходу и идти домой. Никитка уже устал ходить. Ходит. Сколько можно уже ходить? Походили, посмотрели.
поукрашали, в принципе, в магазине хорошо так. Такое чувствуется уже предновогоднее настроение летает в воздухе. Интересно. Никитка занял свое транспортное средство, которое мы два раза чуть не потеряли в магазине. Если даже не три, правильно мама говорит. Если даже не три раза вы чуть не потеряли Никитке это транспортное средство. Вот бы нам он дал бы потом бы. Он с такой потерей бы мириться не стал бы. Да. Вот такая детская комнатка. Это когда кто-то идет скупляться в магазины, родители ее оставляют. Да, карапузы не дают скупиться. И оставляют деток в такой комнатке. Увидели крокодила и рыбку. Ага. Никит, ты видишь, какая рыбка? Крокодильчик рот открывает, у него пузырьки выходят. Такая лестница красивая, с подтеками такими интересными, класс. Елочка нарядная, с щелкунчиками. А тут пальмы лета. Вот такой у нас климатический контраст. Ты смотрите, какой магазин. Это магазин со сладостями. Адвент-календари. А, вот еще есть такие интересные. Конфеты тоже, наверное, супер. Конфеты, наверное, жвачки, что, ой, карандаши. Червяки. Эти вот мягкие, совсем классные. Давай что-нибудь возьмем, Никитос, каких-нибудь конфеток. Может, крокодила? А тут крокодила. Ну, вы... Давайте игры львы есть. Смотри, тут есть, кто это? Это... А что это? Ну, бери крокодила. Покажи своего крокодила. Как он работает? Оп, а ну-ка еще раз. Ой, сейчас ест. Круто. Взяли Никитке конфетку крокодила. Покажи. Опа, какой крокодил. А, сейчас ест. Вот такая. Только там есть еще коробочка, там одноцельная конфетка есть. Ну, потом возьмем сюда ММДМС от каких-нибудь. Вот так он выскакивает, интересно. А, сейчас за нас меня съест. Классный магазин, очень красивый, интересно. Вышли из магазина уже все. И будем ехать домой. Прогулялись. Как тебе, Никитка, понравилось? Да, и фетку у тебя дома, мох, он. Ну вот мы уже дома, скупились. Сейчас я покажу, что мы купили и сколько мы потратили денег. Вот вся наша покупка, все продукты, что мы взяли. Здесь вот такие конфеты, трюфели, вафли в шоколаде, Джек. Вот колбаса Флэт, которая мне так нравится. Здесь по акции две штуки сразу. Конфеты Шарм. Трех видов. Синие, красные и зеленые. Кокосовая стружка. Посыпка. Пригодится где-нибудь что-нибудь украсить. Вот такой вот шарик. С бычком. Никиткина Святого Николая. Вот такие, такие шоколадные конфеты. Вода вошла в стоимость. Никитка очень захотел пить. В магазине взяли. Контики, которые нам тоже очень нравятся. Вот такие две палочки новогодние. И бенгальские огни. И вот еще взяли две картонные коробочки. Мы соберем сами Никитке. Наборчики такие новогодние. По крайней мере, мы знаем, что там есть. То, что действительно Никитка любит. А не все подряд. И все это у нас вышло на 416 гривен 75 копеек. Ну, это приблизительно $15 или приблизительно 1100 рублей. Вот такая вот покупочка у нас. Кому понравилась наша прогулка, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Пока-пока всем и удачи!